Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор вот такой замечательной посылочки из интернет-магазина «Рандеву». А также впереди вас ждет розыгрыш. Оставайтесь со мной до конца. «Рандеву» – это крупнейший интернет-магазин подлинной парфюмерии мировых брендов, также косметики. Мы уже с вами обозревали один аромабокс от «Рандеву» в одном из прошлых видео. Здесь у нас был топ летних ароматов, я пользуюсь им с удовольствием. Ароматы потрясающие. И сегодня у нас с вами немножко другая подборочка. Тоже аромабокс. Давайте вместе вскрывать посылку. Все замечательно упаковано. Так. Ну, вскрыть тяжело. Вот как выглядит посылочка внутри. Здесь такая пупырка, не пупырка. Но, в общем, чтобы, не дай бог, набор не повредился. Здорово. Открываем. Что же здесь у нас? У нас здесь романтическое настроение. Мне захотелось именно вот такой вот аромабокс протестировать. Номер у него 41, если будете искать на сайте. Кстати, скидочка на промокод 10%. Промокод на скидку 10% будет под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Я обязательно вам оставлю и пропишу где-нибудь здесь, чтобы вы не потеряли, да? Потому что некоторые девчонки у меня с аромабоксом совсем не дружат, вот, которые под видео, да? Это романтическое настроение. И здесь у нас 8 пробных образцов, сейчас будем вместе с вами разбираться. На самом деле очень интересно. Летние ароматы мне понравились практически все, их ношу с удовольствием. И здесь вместе с вами протестируем и романтическое настроение. И, мои красотки, мы совместно с «Рандеву» запускаем для вас розыгрыш. Розыгрыш вот такого аромабокса «Романтическое настроение». Любая из вас может его получить абсолютно бесплатно. Все подробные условия участия я расскажу чуть позже. Пока давайте тестировать ароматы. Сразу говорю, я могу коверкать название, потому что далеко не каждый из люксовых ароматов у меня был в использовании, и не каждый на слуху. Но, тем не менее, да, если что, вы меня поправляете, как в прошлый раз. Так, первый аромат у нас Инита Парфюмс Прайвес, если я не ошибаюсь. Фиделик Лав тоже. Это опять. Я вам потом поближе покажу название, какой здесь перечень ароматов. Будем с вами тестировать. Так, первый он у нас такой желтенький почему-то. Да, все у нас... А, нет, но они все разного оттенка аромата, да, в зависимости от нот. Так, давайте тестировать. Так, понюхаю. Ой, как вкусно пахнет. Знаете, на что похож? Школу напоминает аромат. Эйвон, господи, как его? Девчонки, ну самый распространенный. Фарвей, фарвей. Фарвей, причем классический напоминает. Но здесь есть какие-то нотки интересные. Сейчас попшикаю и расскажу вам поподробнее. Очень интересно. Действительно романтическое настроение. Но здесь такие нотки есть. Какие-то карамельно-зеленые, что ли. Но, тем не менее, он сладенький. Очень похож на Фарвей. Но интересней, как-то многограннее, что ли. И зелень какая-то потом звучит. Ой, какой интересный. С удовольствием буду носить. Ну, наверное, ближе к осени, потому что он прям такой сладенький-сладенький. Так, следующий, второй аромат. У нас с вами парфюм Де Мари. Делина Вумен. Вот как он выглядит, вот этот вот розовенький. Тоже вам поближе все покажу, девчонки. У меня окно открыто, если шум мешает, не обращайте внимания, потому что у нас жара неимоверная. Дома снимать вообще еще хуже. Так, тестирую второй аромат. Ой, вот этот классно, сейчас на лето подойдет. Он с какой-то такой даже кислинкой цитрусовой. Но есть тоже какие-то сладкие ноты интересные. Ой, как мне понравился. Очень. Он освежающий, в то же время сладенький. Очень интересный аромат. Персик какой-то чувствую здесь. Вообще классный. Так, поехали. Третий. Третий у нас с вами Монталь. Sensual Instinct. Вот такой вот флакончик у него желто-фиолетовый. Сейчас с вами его потестируем. Опять мне рук сегодня не хватит. Все ароматы такие классные. Так, сюда куда-нибудь. Ой, какой интересный. Знаете, первые ноты – запах больницы. В хорошем смысле этого понимания. Я как медик, прям вот мне на работу бы такой аромат. Очень интересный. Пудрово. Не знаю даже, что здесь за нотки. Какая-то горчинка, что ли, есть. Я вам описание не зачитываю. Можно было бы заморочиться, найти описание, прочитать. Но вы сами это, во-первых, можете сделать. Во-вторых, я вам передаю свои ощущения. Описание можете вы сами найти, как бы и почитать. Мне кажется, гораздо интереснее передать именно свои ощущения. Аромат интересный, но какой-то вот странный. Вот сейчас походила с ним немножко, понимаю, что он мне нравится.
Если вы медработник, запомните этот аромат. Скорее всего, он вам тоже понравится. Так, поехали к четвертому. Четвертый это у нас Zarco Perfume Pearl Molecula 07007. Интересно. Смотрите, вот такой вот синий флакончик. Синий. Такой слегка сиреневый тоже. Сейчас мы с вами его протестируем. Ой, какая вкусненькая водичка. Сладенькая. И прям под стать флакону. Такие легкие нотки сирени, что ли, есть. Он сам парфюм подсвечен немножко таким сиреневым оттеночком. И ну, такой достаточно легкий, интересный, свеженький. Что же я здесь чувствую? Манго свой любимый, представляете? Точно, я здесь чувствую манго. Очень вкусненький, такой фруктово-цветочный. Классный аромат вообще. Поехали дальше. Так, теперь пятый парфюм. Он у нас называется Creed Love in White Woman. Любовь женщины в белом. Очень интересно. Вот этот вот верхний парфюм. Сейчас потестируем. Creed. Так, куда тебя нанести? Ой, классный. Действительно, любовь женщины в белом ассоциируется с лилией, с магнолией, свежестью зеленой травы. Классный, я люблю такие ароматы. На лето подойдет однозначно. Прям свежескошенная трава, плюс какие-то, наверное, лилии больше. Очень вкусненький, классный летний аромат, вообще супер. Романтика такая, действительно. И сирень тут тоже так чувствуется слегка. Весенний такой летний аромат, обволакивающий, очень нежный. Так, погнали. Дальше у нас шестой. Амуаш, если я правильно опять говорю, девчонки. Love Mimosa Woman. Мимоза, любовь женщины. Как правильно перевести этот аромат? Так, тестируем. О, это прям сладость. Это прям сладость, сладость. Но тоже такая освежающая, неприторная. Сладкий-сладкий такой парфюм, не сильно многогранный. Хотя вот чем-то интересным раскрывается и какими-то древесными нотками даже. Слегка-слегка, без навязчивости вообще. Очень вкусненький. Очень вкусненький, но мне прям скисти вот этот вот аромат, который Мантель Sensual Instinct медицинский. Он мне все сейчас перебивает, я хочу его полноразмерку, вот серьезно. Так, следующий аромат, седьмой у нас с вами, это парфюм Де Марли. Casually или Casually Woman. Вот такой вот он, персикового оттенка флакончик. Духи тоже такие желтоватые. Куда тебя нанести? Куда тебя нанести? На кисть нанесу. Заодно потом посмотрю, помою руки, насколько они стойкие. Потому что предыдущий аромабокс, он прям мега стойкий. Интересный. Слушайте, он чем-то похож вот на Монталь. Только без этих медицинских ноток. Но они перекликаются, вот эти два парфюма прям. Очень перекликаются, тоже нравится. Интересная цветочная композиция. С такой, знаете, ноткой дерзости, что ли. Они похожи, да. Но Монталь, он как-то понежнее и уходит вот в эту медицинскую тему, да. Но у меня такая ассоциация почему-то, я не знаю почему, но мне он очень нравится. А вот этот Де Марли, в нем нет этой медицинской нотки, она слабо очень выражена. Но он такой немножко поагрессивнее, что ли, скажем, такой дерзкий аромат. Так, дальше. Экс... Вот тут я точно по-любому скажу неправильно. Экс Нихило. Нихило. Кто знает духи Нихило. Флёр наркотик. Цветочный наркотик. Вот. Последний аромат. Экс Нихило. Наркотик. Самый лучший сейчас будет по-любому аромат. Даже не пойму. Какой-то странный. Что за цветы? Вот он совсем не дерзкий, он какой-то прям нежный-нежный такой. Но с шипровыми нотками, с какими-то. Очень
такие легенькие цветочки. И что-то еще, вот не пойму. Ну, аромат не мой, мне не очень нравится звучание. На вкус и цвет, как говорится. Какие цветы, не могу понять. Какое-то цветение весеннее, но даже не могу вам описать, на что похоже. Вот ни один цветок на ум не приходит, ни один фрукт. Какой-то странный аромат. Вот мне он меньше всего понравился из всей этой восьмерки. Все остальные прям понравились очень безумно. Потрясающие ароматы. Особенно манталь, все это теперь моя любовь. Так, девчонки, ну а теперь условия конкурса. Вот так выглядит сам бокс. И вот какое тут наполнение, девчонки, смотрите. Вот все парфюмы. 8 штучек по 1,5 мл с распылителем, что очень-очень удобно. Вот такая романтическая коллекция. Естественно, вы должны быть подписчиком моего канала, оставить один комментарий, девчонки, не надо дублировать или там с разных аккаунтов, это все нечестно и неправильно. Один комментарий под видео «Хочу парфюм», я все это пропишу обязательно в инфобоксе. Вы должны быть подписаны на YouTube-канал «Рандеву» интернет-магазина и оставить под одним из последних роликов у них на канале тоже какой-то осмысленный комментарий, то есть по теме ролика. Не здравствуйте там, просто привет и так далее, а по теме, соответственно, ролика тоже оставить один комментарий. Ну вот, собственно говоря, и все. И потом рандомно выберем победителя и отправим вот такой потрясающий аромабокс «Романтическое настроение». Условия очень просты, поэтому участвуйте и не забывайте о том, что в инфобоксе вас ждет промо-скидка на любой продукт на сайте Rendezvous 10%, Светлана 10%, все пропишу тоже. Пользуйтесь на здоровье. Ну, это все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Желаю вам удачи. А, и еще одно условие, девчонки, конкурс только для России, потому что это российский интернет-магазин, и отправлять посылочку он будет только по России. Поэтому это тоже необходимое условие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.